come and get it, I'ma be everywhere. Какой расклад? Один заезд, взнос. Две штуки. Победителю все. Постойте, постойте. Денег у меня нет. Но я могу поставить тачку. Дай назад. Давай, давай. Ты лучше всех. Сколько можно стоять? Мы выиграем. Первая ступень отработала. Сюда едет полиция! Уходят! Уж кого я точно не ожидал увидеть. Я подумал, что если удружу тебе, ты тачку не возьмешь. За помощь спасибо, но тачку мне отдашь. А, класс. Что? Ночь будет долгой, гарантирую. Следуй за мной! Хотел рассказать, давай. Долгая история. До дома 30 км, время есть. На почве и бизнеса рассорились. Плюс к этому я переспал с его сестрой. Эй, Спилнер, ты не забыл, ты должен крутую тачку. Так, а это что? Откуда она? То, что хотел. Моя тачка? Ты обещал мне отдать крутую машину? Подними капот.
Капот поднять? Двигатель 2JZ. Ух ты. А я что говорил? Беру свои слова обратно. Знаешь, эта тачка будет первой. Если вложить в нее 1015... Запишем на мой счет, тугарин. Есть. Красотка, и сколько стоит твоя тачка? Тебе она не по карману, Феррари. Поставить на кон тачку. Представь, что победил. Представь, что победил Джесси. Серьезно? Куда уедет? Проиграл Трану тачку. А, черт. Дом, брось оружие! С дороги! Дом, хватит! Все кончено, брось! Мия, я разберусь! Убери! Доминик, я подвел, да? Я сам не знаю, что делаю. Мне так страшно. О чем ты думал? Я не знаю. Я в панике. Мне плохо. Мне страшно. Я сам не понимаю, что делаю. Ну, помоги мне. Thank you.
Я еще ребенком гонял тут. Там будет железнодорожный переезд. Ровно 500 метров. Я рвану на зеленый. Я же должен тачку.